Друзья, вчера гуляла по Киеву, много гуляла, замечательно погуляла. 18 километров только по Киеву прошла, 8 утром это 8, а 18 я прошла именно по Киеву. Показывала вам места. К моему глубокому сожалению, я не знала, не понимала немножко, ну не интересовалась, какая у меня память в планшете. И оказалось, я видосиками забила себе память, хорошими нарезочками забила себе память, начала его собирать в один большой ролик. Ролик получился больше часа, его YouTube не впускает, начала изучать свойства YouTube. 11 часа, я привыкла в 10 ложиться, меня сон ввалил, вообще просто свалил. Вечером я не подготовила ничего. YouTube отказался качать, ну, принимать у меня огромные видео. Я уснула, как конь полковой, почти стоя. Вот сегодня подразобралась, поэтому эти нарезочки выгружаю, половину с перепугу что-то выкинула. Ну, Киев мой никуда от меня не делся. Это, как говорится, урок для меня, как снимать, на что снимать. Надо выкупить сегодня память дополнительную для iPad'а. В нее не надо покупать какие-то накопители, то есть тут все проще. Оплатил компании Apple, и тебе дали больший объем памяти. Все гораздо проще. В общем, разобралась и продолжаю свою прогулочку по Киеву. Я ее не выполнила в полном объеме, как хотела, но ничего, все равно что-то есть. У меня идея, если будет вам нравиться. Я с радостью буду ездить по Киеву, по красивым ее местам. Их у нас достаточно много. Пишите и просите. Я просто с радостью. Где поеду на велосипеде, где поеду на маршрутке, где поеду на метро, где поеду на такси. В общем, продолжение. Смотрите и наслаждайтесь. Как было, как стало. Как стало, мы видим. Вот. Водичка, треничка, да? Шоце. Від когось, вау, я не бачу. Вибачте, я не можу йти по газону. На этом я Михайловський оставляю. Дівчинка купила тільки що лялечку. Які гарні лялечки. Це робота моєї мами. Тетяни. Думані приїхали лялечки з Черкаської області. Слухайте, дякую вам. Це ручна робота, хендмейд. Обычно, скажите, нам отработали. Да, как мы отработали.
У нас люди играют, у нас пианино стоят везде по всему городу. Может человек прийти, сесть на нем и поиграть. Вот второй вам пример. Первый был в переходе. О, фуникулер, но я на нем не поеду. Ой, гусь, ляльки. Ляльки, веночки. На фуникулере мы не поедем, потому что я хочу спуститься с вами вместе по Андреевскому спуску. Киев очень зеленый город, очень. О, какая интересная фигура. Даже видно, где мальчик, а где девочка. Какая прелесть. Не надо догадываться. Сейчас я дойду до смотровой. Кто-то тут меня заинтересовал. Девочка прячется. Я тут. Вас всех уже нашли. Вот я туда на памятничку. Это мама Витюшку держит. Очень мило. Вот. Вот это вот Владимир Креститель, который крестил Киевскую Русь. Вот он во всей своей красе. Там дальше вам видно еще пару мест. И если кто смотрит внимательно мои публикации, видео, видят, как я еду на велике. Вот там Труханов остров. Я еду вон в катер, мост метро, я живу вот там. На том берегу. Арка Дружбы народов. Где она? Вот она. Вот. Но туда сегодня я не пойду. Это я прогулку сделаю в другой раз. Просто, коли я уже здесь, то и пошла по базиликам, хотела сказать, по храмам, то я сочла нужным подойти к Владимиру Крестителю. С лица вам его пока не покажу. Потом, когда будем ходить Арка Дружбы народа, пешеходный мост стеклянный, дом лялек, тогда я покажу вам Владимира с лица. Много людей гуляет сегодня. Ну, выходной, в принципе, воскресенье. Мы завтра принесем вам нечего. Ой, поверхность какая-то мягкая. Тут, по-моему, не страшно падать. Я пружиню. Слушайте, такое интересное. Тут аллея расчудесная. Я как-то по ней не решилась идти. Семь часов. Храмы звонят мне, что мне пора кушать. А кушать-то я сегодня не буду. И хотела вам сказать. Это мид. Не буду вам его показывать. Он мощный, огромный, здоровый. Министерство внутренних дел. Ой, Министерство внутренних дел, говорю, и с ума сошла. Министерство иностранных дел. Вот. Видите, уже натягивают. Вот, Михайловский нам говорит, люди добрые. Если вы не знаете, то сейчас 7 часов вечера. Так вот, друзья, я сегодня работала, и два приема пищи вам не то, что фотографировать не могла. Я их глотала, как сумасшедшая. Хватало, глотало.
очень быстро, чуть-чуть с опозданием, но мне нужно было поработать. Вот магазин Квиты цветочный, я его очень люблю. Посмотрите, какие там безумно красивые. Боже мой, как кому-то ж везет жить в таком доме. Он хихикает где-то на балконе. Вот смотрите, какие тут украшения. Квиты на десятыни. Гляньте, какая красотища. Супер. Мне кажется, работать в цветочном магазине — это какой-то рай, это какое-то счастье. Вот. Это же кто-то умеет делать такую красоту. Супер. А вот это Андреевский сад. И Андреевская улица знаменитая. Итак, друзья, вишенка на тортике. Сейчас. Опа. Узнаете? Броня Прокоповна та господин Голюхвастов. Все, красавчик. Ножок и паучок, лезет жучок, на спине цветочек. Галантный, как всегда, Голохвастов. Чуйный жених. Броня Прокоповна. Гарная такая панночка. Ленточка на жопке. Прическа. Веер в руках. Вот я как стройная. Перчатку уронила. Да, вот такие. А там у него что-то написано. Банкрот. Не видите? Не видите. Вот тут написано банкрот. Вот такая прелесть. Ой, опять думала, фото делаю, получилось видео. Ну, это Андреевский собор. Сейчас поменяю. Ворота закрыты, не могу туда потихонечку двигаться по Андреевскому спуску. Показывать. Сегодня видео у меня, по всей вероятности, будет очень продолжительным. Ну какой будет? Не каждому везет пройтись по Андреевскому спуску в Киеве. Да. Так, хоть бы не грохнуться по этой брусчатке. Да, тут уж у нас торгуют. Мы уже, по-моему, торгаши скрутили свои палатки. Столики. Блин, тут ездит, оказывается. Я так смело грибу пешком. Ой, какое милое, уютное местечко. Вот ручная работа. Тут всякого разного много продают. Там колбаса же. Колбаса.
этому нахвастаюсь, сказав, бачила рекламу про коронавірус, так на цього дядько натягнули. Блять, це дядько, голохвастов дядько, якби ти не тільки про ковбасу знав, а ще про щось. От я злобна, да? Я знаю. От така я злобна. Так, а от це картини у нас тут продають художники свої, але я туди не пойду. Тарас Григорович Шевченко, старенький, сидить. О! О! Покажу по Одессе. Все, идемте, потому что видео будет очень продолжительным. Шевченко. Все золотые ворота. Це не знаю, хто. Садник з голови. Мальчики мне махали, думали, они в кадре. Я тоже думала, кажется, никто не был в кадре. Не буду идти по дорожке, там продают умельцы всякое говно. Сувениры украинские, не очень. Ой, как тут жратвой человеческой хорошо пахнет. Ровно тем, чего мне не следует кушать. Воды хочу, надо остановиться и бутылку достать. Да, по брусчатке идти не очень, я должна вам сказать. Это шапки дурноватые. Вот. Шапочки. Шапочки, вон девчоночки на голове. Шапочки такие. Ого, какие-то гоблиновские. Классные. А где эти? А вот впереди. Я тебя... Я что-то чувствую. А это валеные, да, шапки? Это валеные шапочки. Я знаю, у меня вот типа такого плана тоже. Класс. Так, вот как это происходит с матрешками? Упала одна, побежали шесть. Это же матрешка. Далеко не убежит. Это тоже другая история. Не буду даже о ней рассказывать как-нибудь отдельным видосиком. Вот, играют, как тебя не любите, Киев они. Я тоже не знаю, как его не любите, цей Киев. Хлопчику такие загоревшие. Музики. Да?
откуда они ползут сверху сюда? Я этих ходов не знаю. Это театр. Такой современный, прямо на старинном Подоле, на старинной Андреевской улице. Вот такой современный театр. И напротив него вот такая колыба. Видальня, харчевня. Так что тут контраст. Підли поїздиться. Чого не підвишнею? Було б так. Ай, підвишнею, черешнею, то я старий молодой, як і ягодою. А теперь раз, два, три. Здравствуй, уважаемый господин Булгаков Михайло. На лавочке мы около него присаживаемся и фотографируемся. Вот, а теперь вспоминаем Белую гвардию. Все читали, все помнят. Вот, Андреевский спуск, 13. Вот здесь происходили все события. Сейчас здесь. Вот как. Перейду через дорогу, но весь... А, кстати, не знаю, фильм... Ой, как красиво утянута стена. Вот такое старенькое здание, так красиво его. Вот он, дом Турбина. Вот он, Андреевский спуск, 13. Все знают, я точно не верю. Все читали. Вот, кто бы мог подумать, что это такая вот сувенирная крамничка. И нашла картинку. Тут что не дом, все шедевры, история. Старина, тут старьем и пахнет. Он, наверное, от этих старьевщиков продавцов. Украинские ручнички вышиты, вышиваночки. Какие гарные вышиваночки. Ой, какие он гарные с великими рукавами. Які молодцы. Носочки вязаны. Тушковаты? Тушковаты? Театр «Колесо». Если кому-то надо будет бразилы, то приедете, то это ваше посольство. Спускаюсь на Кондрактовую площадь. Выключат, потому что убьют. Это музей одной улицы. Очень интересный музей. Андреевский спуск 2Б. Будете в Киеве, обязательно посетите. Его. Вот это я стою в здании, это Яна Ильича, лучше львовские настоянки алкогольные, они всегда вкусные, и за ним дальше
шоколадница. Вон она. Это тоже львовская шоколадная мануфактура. Лучшего шоколада, ну, я даже не знаю. Ну, Рошен молодцы, и львовцы, львовяне, именно мануфактура молодцы. Там и горячий шоколад, там и музей шоколада, и пироженки. Но это ровно то, чего мне нельзя. И вот пьяная вишня с некоторой фирмой мне тоже нельзя, потому что я пьяничка очень такая. Любитель и настоянку тяпнуть, ну, конечно, я по сухому венцу всегда была, но настоянку такую не тяпнуть, но это грех. Реберня какая-то, не знаю, тут давно не была. Ну что, не пойду я дальше, там вон храм дальше. Скажите мне, монастырь, Флоровский монастырь, тоже туда не пойду, я его не люблю, потому что это коммерция сплошная. Так, это площадь Сагайдачного, Иван Сагайдачный на коне, не буду к его коню идти. Так, что же мне придумать вам показать? Сейчас я, наверное, с Контрактовой, это Контрактова площадь, пойду по Сагайдачного, она зеленая, я вижу, до морского, до речного вокзала. А там, возможно, сяду в фуникулер, все-таки поднимусь наверх, покажу вам дом лялек. И это видеоблог. И покажу вам дом лялек. И, наверное, в метро поеду домой. Хотела пешком пойти, но, наверное, не рискну пойти пешком. Натягиваю туфли. То есть нормальный выходной. Нормально народ гуляет. Карантинится. Отлично. Это радует. Синий кулер.